Далее события коротко. Расскажем о других новостях в республике. Служу при Истравской Алданской республике! В рядах бойцов специальной моторизированной части МВД пополнение. На днях после строгого отбора и месячной подготовки 21 новобранец принял воинскую присягу. Впереди у них теперь распределение по подразделениям части. Командир взвода отдал боевой приказ оборудовать командно-наблюдательный пункт командира подразделения, замаскировать его, а также установить противотанковые мины, дабы остановить технику противника. В военном институте прошли тактико-специальные учения для студентов ПГУ, обучающихся по программе подготовки офицеров. Занятия стали заключительным этапом сборов перед сдачей выпускных экзаменов. В полевых условиях будущие связисты, военные инженеры и артиллеристы выполняли боевые задачи и оттачивали свои навыки. Приднестровские ветеринары недавно вернулись из Белоруссии, обменивались опытом, налаживали рабочие контакты. Был достигнут ряд договоренностей. Среди них сотрудничество в сфере ветеринарии, помощь в развитии лаборатории по экспертизе меда и его сертификации по европейским стандартам.